Мой дом, моя крепость. Чтобы избежать итальянского сценария и не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, важно соблюдать режим самоизоляции. Накануне об этом еще раз напомнил Александр Летышев, начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Он стал гостем программы «Вечерний хэштег». Вот в масштабах эпидемии никакое не спасительное лекарство, ничто это не будет действовать. Вот если у нас идет именно масштаб эпидемии, да, и такое развитие ситуации в целом в мире, то только вот режим самоизоляции. То есть мы должны все вот сейчас ограничить контакт. И у нас даже сейчас с вами здесь... Хорошая дистанция, это нужная дистанция. А у нас не очень, посмотрите. А у вас, да, я у вас не очень. Но еще раз говорю, это действительно самая эффективная мера. И вот чем мы ее будем неукоснительно выполнять, тем лучше. Мало ее формально принять, она должна быть реализована фактически. И за это несет каждая ответственность лично. Если организация у нас закрыта, а работники выходят все равно и общаются где-то на улице, в парках, скверах, но это не будет режим. Это будет только осложнять эпидситуацию.